Приветствую вас на канале Esplay, это Ведьмак 2, Убийцы Королей на темном уровне сложности. Продолжаем мы играть. Закончили на том, что Малену здесь встретили, так сказать, эльфийку, которую вели солдаты, обвиняют ее в том, что он заманил других солдат куда-то там в пещеру. Так, но у нас тут поближе будет, во-первых, надо поговорить с Анешкой. Добро вот с этой вот. Пожаловать, беловолосый. Когда ты рядом, начинает дрожать мой медальон. А он реагирует только на магию или на опасность. Он предупреждает, что ты получишь по морде, если будешь распускать руки. Понял, не буду. Слушай, меня считают ведьмой, но чарами я не пользуюсь. Не думаю, что тебе нужно... Я да, это, да это уже... Я просто хочу купить... Травок? Травок. Ты разбираешься в оберегах? А зачем ты спрашиваешь? Взгляни на эту вещицу. У меня есть подозрение, что с ней что-то не так. Магия в нем есть, без сомнения. Я бы купила его у тебя. Зачем тебе нужен этот талисман? Я собираю старинные вещи. Для других они бесполезны, а мне пригодятся. Не верю. Ты готова заплатить за кусочек металла только потому, что он старый? Во. Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Я ведьмак. Не боишься отвадить такого клиента? Ладно, ты меня убедил. Тогда рассказывай. Это необычный амулет. Это сердце Мелители. Могущественный артефакт. По крайней мере, раньше был таким. А теперь нет. На него наложили чары, которые исказили его действия. Прежде он оберегал своего хозяина, а теперь навлекает на него несчастье. И несмотря на это, ты все-таки хочешь его у меня купить? Я знаю ритуал, который вернет ему изначальную мощь. К сожалению, для обряда нужны исключительно редкие ингредиенты. Что именно? Эссенция смерти, язык тролли, глаза главоглаза и плод эндриаги. Может, сумею их раздобыть. Мне надо знать все об этом ритуале. Спрашивай. Анешка, расскажи мне еще про сердце Мелители. Похоже, что амулет был сделан во времена сопряжения сфер. Тому, кто его носил, он давал нечеловеческие возможности. Но не всем это нравилось. С помощью какой-то темной силы амулет заколдовали, и он утратил свое могущество. Ты можешь провести ритуал? Сначала ты должен принести все составляющие. Понимаю. Логично. Все, давай. Так, пойдем пообщаемся с троллем. Кстати, давайте-ка бомб сделаем побольше, потому что нам с ним надо будет сейчас драться. Немного так. С десяточек пусть будет. На филин у меня нет ингредиентов. Печально это. На всякий случай давайте игни выберем. Потому что тут эти пауки могут всратые вылезти. Они, по-моему, именно огня боятся. О, началось. Я так и не понял, в чем дело. Чё? Изич. Мутаген с него выпал. Ну и, наверное, ласточку выпьем и филина. На всякий случай. А, у меня филина нет. Я бы ласточку тогда.
Нет. Чего? Нет ходить. Дай водка, будет ходить. Я похож на трактирщика? Нет, водка, нет ходить. Кто же мой? Хватит. Не надо драка. Быть слушаться. Ты пьян. Водка хорошо. Голова больно. Разум не больно. Разум без причины не болит. Бабу мою убивали. Хорошая была. Мясо готовила. Кто ее убил? Не знаю. Сидел на мосту. Пошел к логову. Мясом не пахнет. Баба лежит без голова. Надо пить. В корчму не идти. Люди убьют. Надо пить. Если я найду, кто убил твою бабу, перестанешь пить? Не найдешь. У меня здесь друзья. Поговорю с ними, там посмотрим. Так, в ту сторону пока что не пойдем, потому что у меня нет ключа от... от дома. Там домик, чтобы два раза не бегать. Ключ я у кого-то из бандитов заберу, помнится. О-о-о. Меч. Так, а что за меч? Ну-ка глянем. Орд. 12-17, но у него урон меньше. Топор, метла, это надо продать все. Пойдем теперь с Маленой разберемся, я думаю. Ну или хотя бы во Флотзам сначала зайдем. Есть где-то место силы. Вот оно. Говорим с друзьями. А, и еще. У тебя на столе стоит почтовый ящик королевской почты. Да. Помимо всего прочего, я ведаю королевской почтой. Прощай. Да почему прощай? Подожди. У тебя... Да. Можно заглянуть? Разумеется. Приятного чтения. Прощай. Рапорт Людвига Мерса. Прощай. Перейдем в корчму. Хотя нет, давайте сначала с утра ребятишки орут. Продадим все этому вот чуваку. Так чем могу по... Так, из оружия корт забирай. Метлу, ржавый нож и топор.
Не знаю, но мне вот он нужен, нет, этот рунный сигиль. А, ну все, нормально, что это я хочу. Вот чертежи. Меч Каенгорна 13-17. Меч Святотатца стальной. О, 22. Ну это, конечно, огонь. Наивная. Года не пройдет. Прибежишь морякам. Чего? Что же ты вот этакий ведьмак жрет? Я хотел тебе кое-что сп... Садись, Геральт! В другой раз. Да как? Зачем кому-то могла понадобиться голова тролля? Она что, по стенам медвежьи бошки вешают? Чтобы показать, какой хозяин молодец. Да такому мужику с башкой тролля десяток баб даст юбку задрать. Спасибо. Ты куда это? Пойду пройдусь по халупам в бендюге. Так, с Лютиком ни о чем не надо поговорить. Нет. Рис. Как тебе, Сал? Отлично. Кажется, кстати, у коротышки 16 детей. Всех мне очень приятно, что... Похоже на строение. Они мне и правда нравятся. И кто этот... Секрет. Я думал, ребят... Я вспомнил погром в Ри... Больше ничего? Смерть. Я была там. Не бери в... Хорошо. Бывай, Рашель. А ты что встала-то? Да, пройду. Пойду скину ингредиенты. Блин, надо же, алмазная пыль — это тоже ингредиент. Так, ну-ка, кстати, надо читать-то рапорт. В ответ на ваш запрос относительно поиска в шайке, производящей фишты, спешу доложить, что во Флотзаме и его окрестностях мы не встретили никаких следов деятельности упомянутой организации. Не считая трактирных сплетен, город совершенно свободен от всякого вольнодумства и безнравственности, чем полностью... Да, конечно. Так, дневник капитана... Ну все. Обсудить с друзьями. Так я же уже обсудил с друзьями, что могло с ней произойти. С кем еще мне можно это сделать? Есть здесь? Около стены есть кузничка. Если хоть... Ты давай... Ты знай. Ну, вот и... Я...
Знать ты это. Людк. Странно, задание не засчиталось. Давайте теперь про Малину пойдем узнаем. Свободно? Нет. С вечера до утра пашу, как вол. Зачем мы таскаем это дом? Мы снаружи подождем. Только давай быстрее. Да ты мне тут не командуй, понял? Крови все больше. В пещере увидим, чья она. Так, погодите-ка. У меня еще ласточка действует, да? Угу. Да, нормально все. Блин. А у меня бомбы кончились. Где-то тварь орёт. Какой-то длинный меч. Вот, кажется, свежий след. Тут еще был след. Все, его не надо смотреть.
Блин, давайте сохранимся. Подожди-ка. Может, я филина могу создать? Не могу. Но медитацию уже нельзя прервать, да, и поэтому они не атакуют. Не грохнул меня. Может, бомб сделаем? Почему они так стоят? Ну вот и солдаты. Скаэтаэльские стрелы. Все ясно. Вот так дела. Ну что было тут сейчас? Сохранение просто. Или прогрузка какая-то.
А обратно-то я залезу. Так я вернулся обратно. А иди уже в жопу. Нашел что? Двоих солдат. Что с ними? Они мертвы. Их убили из лука. Я ничего об этом не знаю. А ты как думаешь, ведьмак? Похоже на то, что двое солдат забрались в пещеру. Попугать страшилищ. А может, потому что кто-то их туда заманил. Не знаю, сколько чудовищ они убили, но знаю, кто убил их. Скайтаэли. Не может быть! Насколько я знаю, накеры не умеют стрелять из луков. Эй, мужики! А ну, насук ее! Нет! Я все расскажу, только не убивайте меня! Умоляю! Говори. Вы сами должны это увидеть, иначе не поймете. Чего, мать твою, за ногу там смотреть? Врет, сука! Вот и проверим. Веди. Пойдем, куда он там нас ведет. Явно в то место, где скайтели обитают. Ты можешь идти чуточку быстрее, пожалуйста? Так нас тут из лука обстреляли в прошлый раз. Ух ты, мама дорогая. Это засада! К Белки сраные. Спасибо за помощь, ведьмак. Держи деньги. А ты, эльфская дрянь, пойдешь с нами. Зря ты бросила Димитра, тупая шлюха. Все вы сдохнете. Будьте вы прокляты, тхойне! Меч синих гор. Глянем сейчас, что за меч. Что он из себя представляет там? Не особо.
Что, пойдем к пораженному? А куда же дальше-то мы пойдем? В лечебницу сходить, а поохотиться на накеров, на эндриад, с троллем. Может пойти в покер поиграть тогда? У меня остался только прожженный. Для сердца Мелители еще нужно раздобыть вот это вот все. Но, по-моему, язык тролля можно купить у этого. Забыл какого. Так, у Седрика, кстати, к Седрику надо нам сходить, действительно. Пойдемте к Седрику. А вообще, давайте посмотрим, хватит ли у меня на все рецепты денег для сета. Ну, просто долго, мне кажется, ждать. Ты что, в трусах идет, что ли? Смотрите, в трусах под них идет. Что это за прикол? А, не, парту что-то. Ну, все равно в трусах. Хватит ли денег на... Не то. Ну, сет этот, который теневой, блин. Так чем могу помочь? Так, у меня 1220 денег. 1220. О, кстати, у меня какое-то оружие можно продать. Ё-моё. Почему оно дополнительное? Смотрим чертежи всякого теневого, вот этого теневой фигни. А, стальной меч. А, это темерский. Вот, цветотатца. 22-28, серебряный 20-25. А есть у меня какие-то еще... Вот меч из Каингорна 13. Ну, он похуже, конечно. Но зато я его могу прямо сейчас создать. Урон 13-17, а у моего... Блин, его знает, сколько у моего... Ладно, я не за этим зашел. Смотрим, считаем. 1295 у меня. Панцирь, значит, 560. Плюс перчатки, это 765. Блин, ну мне не хватает. Писец, а что так дорого-то? И капец. А у него тоже вот такой идет урон, что если не весь сет собран, то проклятие темного оружия. Ну, все равно в любом случае надо покупать. Давайте берем панцирь. Перчатки. Сапоги. Мечи пока не будем брать. Штаны. Слушайте, хватило. Не хватает только на меч. Хотя нет, на один стальной и... Ну, это писец, дорого, конечно. Охренеть. Вот, мне дали сразу, видите, квест. Ну-ка, смотрим, что там нужно для этого. Я сейчас не смогу, да, это все сделать. 4 укрепленных кожи, 4 клепанных кожи, 6 крепкого сукна, 4 шкуры эндриаги. У меня вообще ни одной нет. Блин, быстрее проматывай, пожалуйста. 5 укрепленная кожа, клепанная кожа, крепкое сукно, шкура эндриаги одна. А я, по-моему, их все равно не смогу изготовить, пока не убью этого. Или смогу? Короче, тут одни и те же, в общем-то, ингредиенты нужны. Клепанной кожи прям дофига.
накеры, сукно. Да. Мои цены останутся прежними, и в вашу гильдию я вступать не собираюсь. Пойдем скинем все ресурсы пока что. А у тебя ресурсы продаются? Сукно, кожа, дратва. Так, вот, укрепленная кожа, крепкое сукно и дратва. Везде укрепленная кожа нужна. А здесь продается вот укрепленная кожа? Да. Наверное, стоит покупать ее уже, начать. Блин, ну чертежи дорогие слишком. А у меня нет яда повешенного, что ли? Я не могу яд повешенного создавать. Не могу, давайте купим. Это нужная хрень. Пока этот чувак здесь есть, по-моему, он потом куда-то денется. Так, гром. Раффорд белый. А паучий яд это для чего? Просто масло вызывает отравление. Урон людям плюс 20%. 90, ну дороговато, конечно. Так, ладно, что еще-то мне здесь нужно? Не будем пока брать. Вот, например, панцирь светотатца. Больше всего здесь нужно укрепленная кожа. Клепанная кожа. И сукно крепкое. А, это чертеж, не-не-не. Клепанная кожа. Да, у меня денег не хватит. Так, она крепкое сукно, но на сукно точно не хватит. Все. Беда, печаль. Скидываем сюда все. О, так у меня, слушайте, глаз накера прям дофига что-то. Так, вот здесь у меня чего очень много. Алмазной пыли много, белиссы прям вообще до хрена. Да ну, в общем-то, ну занимают место, но не так уж тут прям много. Кстати, у меня есть мутаген. Так, плюс 2 здоровья, а этот урон 1-2. Давайте вот этот сделаем. Не понимаю, почему так мало можно применить мутаген? Куда вот его еще можно применить? Или он показывается только на исследованных, да, этих штуках?
Ладно, погнали, куда я там собирался. К пораженному. К Седрику сначала, потом к пораженному. Заодно посмотрим, у него язык тролля продается или нет. Ночью же вроде спал до утра. Или это утро такое? А между ног у тебя волосы тоже белые? А тебе что, интересно, что ли? Что у него там между ног? Седрик, здорово. Где растет тенекост? Седрик, мне нужен тенекост. Это очень редкая разновидность мха, который растет только под землей. На юге, в глубине леса, пещеры. Если где в округе и есть этот мох, то только там. Задавствуй. Так, покажи, что есть. У него рецепты есть? О, танцующая звезда, но мне денег вообще ни копейки просто нет. А как я сейчас буду играть, если у меня нет денег? Вот ловушка на Кейрона. Мне что, надо купить, что ли? У меня это, нет этого чертежа. Или он мне дал ее? Вот он, язык тролля, да, продается. Все отлично. 430 стоит. Что, охренели, что ли? Давайте мы что-нибудь продадим, что ли. Ну, я не знаю просто, откуда денег мне столько взять. 13 всего мутаген стоит. Дешево что-то сильно. Так, а по деньгам где? Это по времени или это по времени? А, вот это от самого дорогого. Зубы Накера очень дорогие. Давайте продадим 8 штук. 32 появилось у меня. Давайте вот это 9 штук продадим. Все, есть деньги, теперь хотя бы играть с этим, с прожженным. По-моему, вот это и есть его лачуга, нет? Так, ты кто? Гвенит. Аваин. Нет, это не те. Спят при свете. А, точно, вот здесь он. Прожженный? Да. А почему он спит-то, я не понимаю. Ночь, что ли? Реально? Приняли, что ли? Давай до полдня хотя бы. Проснется он, нет? О, проснулся. Иди садись, сейчас будем играть. Так, сохраняемся. Отменная работа. Товар высшего качества, лучшие шкуры и выделка отменная. Вот зайчья шкурка, вот телячьи кожи, а тут бобер. Ты охотник? В королевских угодьях охотиться нельзя, любой дурак знает. Потом тут и в лес-то боязно ходить, слишком много чудовищ в округе. Значит, здесь им есть чем поживиться. А я так думаю, война скоро будет. Не обязательно. Скайтаэли грабят купцов и нападают на солдат. Вот некрофаги и плодятся. А нам, стало быть, нужно затянуть пояса и радоваться тому, что имеем, как учит добрая книга? Откуда у тебя эта голова?
Купил. Целое состояние отдал, но оно того стоило. В Бендюге ни у кого тролячьей башки нет. А кто тебе ее продал? Димитр. Другим к троллю в логово залезть храбрости не хватит. И как найти этого Димитра? Понятия не имею. Но по вечерам его дружки ошиваются в корчме. Спасибо, ты мне помог. Так. Еще увидимся. Сохраняемся теперь. А вообще, давайте-ка сначала в деревню сгоняем. Стой! Что тут было? Узнаем, откуда они взяли голову. Но это мне им просто отомстить, выиграть-то мне ее все равно надо, боже мой. Не вот что интересно. Что, умный, да? Тоска. Здорово. Приветствую. Рад встрече. Кто люди Димитра-то? Приветствую. Бывай, Роше. Сказал что? Или просто пёс? Что? Вот урод! Морду ему бей! Ты работаешь на Димитра? А ты кто такой? А то знаешь, деловой. Я уже запутался, кто тебя прислал. Это баба, ребята на пиштахе или сам Лоредо. Говори живо. Я слышал, вы добыли на охоте тролля. Не твое собачье дело. Можем морду набить? Слышал о мяснике из Блавикина? А кто о нем не слышал? Говорят, он с одного удара может нутро вскрыть. Это точно, я могу. И если ты мне не скажешь, где сейчас Димитр, я по стенам твои кишки развешаю. Ладно, ладно. Говори. Димитр торчит на кладбище, рядом с этой задрипанной деревней. Видишь? Ведь можешь, если захочешь. Можешь, попей! А теперь идем за Димитром. Прошу. Можно было играть в кости, потому что это как бы немного две разные ветви. То есть можно дополнительно голову захватить. Но основное это Димитру отомстить. За тролля. Охраняемся. За бабу за ее. Моя шляпа. Ай-яй-яй. Странновато немного путем я пошел. А, хотя нет. Вот они сейчас здесь будут наверху. Кто? Давайте-ка. А, не здесь, не здесь, не здесь оно. Хотя нет, ласточку надо выпить. Так, давайте-ка сделаем бомбы. Из камня стихий, гаси.
Блин, масло где? Не, Лоредо догадается, что... Ладно, мы все это слушаем. Положим его с нашей покойной белой. Ты... А твое, сука, какое... Тебе... Убить его! Без свидетелей! Ах ты же ее. О, хорошо, что Квен у меня был. Ну давай, ты теперь иди сюда. Но с троллем пока не пойдем говорить, теперь пойдем как раз к прожженному. Так, охранная грамота Димитра, крепкий меч и... О, ключ от убежища. Можно будет после тролля сходить еще в их убежище, туда в дом. Дратва, сукно... Рапорт для Талера. Рапорт Темерскую секретную службу. Я не знаю, кто тут большой, больший лжец. Командант Лоредо или его родственник Мерс, которого перевели на должность городничего после скандала в Изиме. Все, о чем они рапортуют, неправда. Димитр жив, эльфы чувствуют себя прекрасно, Йорвит вовсе не бежал и вдобавок снюхался с каким-то ведьмаком. А к тому же, похоже на то, что Лоредо собрал вокруг себя остатки саламандры и ставит на широкую ногу торговлю фиштыхом. Как будто ему мало было денег от растраты хищений. Самое интересное, почему комендант не боится гнева столицы. Да он нагло пользуется балаганом, воцарившимся после смерти Фольтеста. Но самое главное, Лоредо готовится совершить государственную измену. Не знаю точно, в чем там дело, но допытываться дальше нет у меня никого желания. Пришлите сюда настоящего соглядатая, а то у меня на это никаких нервов не хватает. Искренне ваш Быстрик. Так, давайте качнемся. Не знаю, вообще нужно мне вот это вот прокачивать. Ну, плюс одна энергия, как бы желательно, наверное. Так, а здесь что мне дадут? Вон знаками плюс 5. Вот эта тема. Так, а здесь тоже же надо будет что-то вкачать.
Урон от ударов повышается. Позволяет контролировать удары противника. Во, дальность перекатов нужна. Давайте ее качнем сразу же. Жалко, мало очков дают, очень мало, если честно. Хотелось бы больше всего прокачать, ну. Пошли играть. Костя. Оставайся с нами, ведьмак. Живи в бендюге. Я бы хотел сыграть. Будем. Ух ты, я выиграл. Ты хороший игрок. Возьми свои деньги. Я слышал, ты торгуешь ловушками. Конечно. И не только ими. Тогда, может, расплатишься со мной вещами? Хорошо. Выбирай. Так. Во, голова. Я бы взял голову троллихи. Отлично. Теперь можно к троллю идти. Зачем ему два меча? Один запасной? Он их что, теряет? Все равно я путаюсь почему-то в этой биндюге. В пространстве путаюсь. Ё-моё. А почему он не загорелся? Пушка. Нифига себе. Дать водки, краснолюд. Тебе водка совсем глаза залила. Зачем вернулся?
Я наказал убийц твоей жены. Моей? На кладбище найдешь то, что от них осталось. Найду. Починишь мост? Починю. Только гляди, чтобы лапы не тряслись. Нет больше пить. Разум стал спокойный. Зачем вернулся? Я нашел голову твоей жены. Никогда тебе этого не забуду. Я не забуду. Награду дам. Ну так, что, дал мне награду? Награду за братьев Хороба. Пойдем обнесем убежище Димитра. Ласточка еще чуть-чуть действует. Что там с филином-то? Что-то он какой-то дороговатый. Это такое? Это разве не вот как раз не этот? Ну как он называется-то? Алтарь солнца. Блин, как классно с таким перекатом большим. Они теперь меня просто не достают. Куда-то далеко ушел. Где же алтарь-то этот? Так, отсюда я пришел. Thank you.
В прошлый раз я тут не бегал столько. Ну это вот дом с утырками. А они на капканы, значит, не попадаются, да? Нормально. Почему-то просто ушли. Почему вы в свои же капканы не попадаетесь, у меня вопрос. Почему ты вот ее сейчас не разряжаешь? Ладно. Что за меч? 16-22. Естественно, берем. Блин, надо было вот этот сложить хотя бы в сундук свой, чтобы не таскать. Все, что ли? Маловато. Вопрос, где? Где этот алтарь-то? Так, я, в общем-то, глянул, где. Вот тут вот. Как метку поставить? Можно метку поставить? Не ставится никак. Ладно, идем прямо. Там потом направо.
от хижины. Почему я сразу не сходил? Или был я там? Или не был все-таки? За избушку-то вот сюда я не сходил. Вот он и алтарь. Венец лета. Что за способность такая? Превращает Квен в пламенный солнечный Квен. Нападающий на Геральта загорятся с вероятностью 10%, если ведьмак защищен этим знаком. Далеко круто. Так, погнали тогда мы за наградой за тролля. Собираем ловушки. Продадим их. Он с деньгами напряг. Тролля убивать не будем. Язык можно купить у Седрика. За крупную сумму, правда. Сколько обещал? Получишь 100. Я договорился с тобой и с троллем. Он сдержал слово. Ты нет. У меня нет таких денег. Ты поищи. А если не найду? Тогда я поищу. Это разбой. На, подавись. Не подавлюсь. Надейся. Зачем ему два меча? Один запасной? Да, запасной. Так, контракты остались. Сердце Мелителли. Сходить, наверное... А, нет, это не то. Сходить потом в пещеру. И, наверное, Блин. Где это? Во, в когтях безумия, вот сюда сходить. Ну и контракты на накеров можно повыполнять. Но на их, чтобы выполнять, нужна бомба, чтобы взрывать их эти гнезда. А у меня даже рецепта нет, у меня даже денег нет. Ладно, на этом серию завершим. Продолжим уже в следующей серии. Долго что-то я флотзом прохожу, я думал, я быстрее это сделаю. Вот. Увидимся на канале Let's Play. Всем пока.